препараты народной медицины с каждым годом становятся все более востребованными, тем более, когда они изготовлены из природного сырья в экологически чистых районах нашей страны. Наше производство находится на Алтае, в Бийске, в Сибири, на севере. Также есть местное производство. Работают научно-производственные комбинаты, работают фармакадемии. Наша продукция пользуется особой популярностью, своей уникальностью, а также своей результативностью. Вот, к примеру, органелла капли для глаз из млечного сока растения. Натуральный состав капель устраняет инфекционные и воспалительные процессы, снимает слезоточивость и раздражение глаз, вызванные в том числе аллергией. Людей возрастной группы может заинтересовать альфа-сустанорм. Альфа-сустанорм – это функциональное питание для суставов. Конечно же, это очень полезно для действительно людей старшего возраста, потому что питание способствует выработке хрящевой ткани и коллагена. Основа идет кедровый белок плюс вытяжка цикория, инулин как строительный материал для клеточек, сабельник, то есть вот такой состав. Это знаменитое алтайское мумиё, а это усиленный комплекс «Секрет бобра» – натуральный продукт с бобровой струей, натуральное зеленое масло – корень жизни, годжи доктор, масло черного тмина, полезное для выработки инсулина. А бальзам «Лиственница сибирская» применяется при повышенном давлении и нарушениях работы щитовидной железы. Интересны семена чиа. Семена чиа содержат большое количество омега-3, клетчатки, кальция, калия, магния, белков, витаминный комплекс, антиоксидантный комплекс. Семена чиа очень эффективны для снижения веса. Они очень эффективны при работе сердца, мозга, для восстановления костной ткани, зубов, для снижения холестерина в крови. В народной аптеке большой выбор медовой продукции, травяных сборов и чая, среди них иван-чай, чай мацесинский и даже крымский. Для тех, кто хочет быть стройным, комплекс «Лиственничная губка». Магазины «Народная аптека» расположены в Адлере на Голубых Далях и в курортном городке, в гипермаркете «Магнит» на Новой Заре, в торговом центре «Олимп» и на торговой галерее напротив «Детского мира». Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.